Одна из вещей, которые мы узнаем о мире, о Божьем шаломе, это что он обозначает действие, а не состояние. Это глагол, а не понятие, означающий, что это действие. Более глубокое понимание мира, которое вы узнаете, радикально изменит ваше представление о том, что такое мир в нашей жизни и почему мы должны жить жизнью, полной мира. Что такое готовность к благовестию мира? Обратите внимание, что сказано. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Готовность. Так что же такое готовность благовествовать мир? Такая готовность приходит только от знания Евангелия. Простое знание Евангелия уже приносит мир, но мы узнаем, что оно делает гораздо больше, чем приносит мир. Итак, есть два аспекта в обуви, которую мы носим. Подошвы, которые сберегают наши ноги, когда мы проходим по каменистой земле. И подошвы, позволяющие нам предложить что-то очень ценное тем людям, которых мы встречаем на пути. Это два аспекта. Ценность, которую мы предлагаем другим душам, и ценность защиты нашего тела от жестких камней, которые могут порезать или поранить наши ноги. Как написал пророк Исаия в 26 главе 3 стихе, «Кроткого духом ты хранишь в совершенном мире, в совершенном шаломе, ибо на тебя уповает он». Итак, вопрос номер один. Как сохранять свой разум в мире и как доверять Богу? Как все это работает? Ну, во-первых, чтение Библии помогает фокусироваться на Божьих путях. Поэтому постоянное чтение и изучение Библии важно. Но существует еврейское понимание того, что такое мир. Это шалом. В греческом тоже есть это слово, но оно не настолько выдающееся, как в древнееврейском, хотя тоже авторитетное. И об этом сказано в Исаии 52:7. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Итак, кто хочет сказать мне, что означает этот стих? И я вам сразу скажу, что вы не правы. Итак, есть желающие? Как много желающих? Мне это нравится. На иврите слово «мир» или «шалом» означает больше, чем просто «мир». Это буквально означает разрушать вокруг вас хаос, который приносит беспокойство. И мир является результатом этого. То есть это действие, от которого происходит понятие, или другими словами «мир», приводящий к миру. Истинный мир разрушает анархию, вызывающую беспокойство и тревогу. План сатаны состоит в том, чтобы держать вас вне себя, в напряжении, и чтобы у вас не было мира. Мир — это результат. Шалом — это не результат. Шалом — это процесс, ведущий к результату. Исаия говорит, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость». И вот в чем хорошая новость. То, что сделал Иисус, позволяет нам разрушать вокруг нас анархию. И результатом этого является мир. То, что сделал Иисус, позволяет нам разрушать вокруг нас неразбериху и анархию. Ту неразбериху, которая приносит тревогу и беспокойство. Хорошая новость или благая весть в том, что Иисус сделал так,
что мы можем разрушить анархию, которая приводит к беспокойству, которая окружает вас и которую враг хочет принести вам. Исаия называет этот дар прекрасным. Поэтому и Аврааму Бог сказал, что всякое место, куда ступит его нога, будет принадлежать ему, потому что везде, куда ступит его нога, он будет приносить мир. Присутствие Божье в тебе должно приносить мир. Анархия должна просто рассыпаться, разваливаться. Тревога уходит, и на ее место приходит мир. Именно анархия и хаос тьмы приносят тревогу. Сказано, что шалом да разрушит все темные обстоятельства вокруг вас. Поэтому, когда мы приходим, и куда ступает наша нога, мы разрушаем тьму, просто когда присутствуем на том месте. Если вы сможете за это ухватиться, в вашей жизни все изменится. Все. Ваш бизнес, ваша работа, ваш брак, ваше воспитание детей. Все изменится.